Ну уже сходу звоночек от кого-то. Алло. Hi, handsome. Привет, красавчик. Признавайся, чем ты занимался, пока рядом нет твоей лучшей половинки? О, кстати, у нас тут про любовь-то все. Игру потише. Сори. Ой, настройки звука. Настройки звука. Так, мне нужно выбрать. Привет, Джойс, мне много бумажной работы и сериалов. Ты меня знаешь, Джойс, проживала каждый день на полную. Но как будто про меня больше второй вариант. So you have а, то есть смотрел офис и пил не диетическую колу, а обычную, рисковый ты парень. Люблю таких. Очень громко, да, все равно? Вот так делаю. Ooh, you're such a risk taker, Mark. Сейчас спрошу занята ли Аня. Так. За, если не занята, я стримлю хоррор. Ребята просят позвать тебя, если хочешь, присоединяйся. Все написала Аня. А я уже закончила. А можно как-то все скипнуть? Переговоры, так что буду скорее дома, чем ты думаешь. Сняла кучу фото, как ты и просил. Сейчас закину тебе превью. Что хочешь посмотреть, мою фотку в горах или из бассейна? Забыла сказать, что у них в отеле роскошный бассейн. Я бы как будто посмотрела. Вы тоже ходите по квартире, когда разговариваете, да? Фото в бассейне хочу посмотреть. Ну да, конечно. Хочешь посмотреть на бассейн, да? И я в купальнике тут совершенно ни при чем. Блин, я ничего делать параллельно, скучно-то. О, уф. Зря ты отказался от поездки. Я знаю, что тебе не нравится знакомиться с новыми людьми, но, Марк, я за тебя переживаю. Ты ни с кем, кроме меня, почти не общаешься. Канун Рождества, а тебя наверняка даже никто и не поздравил. Ну почему же? Мне пришло письмо. Может, да, может, и нет. Я еще не знаю, что в конверте. В каком, блядь, конверте? Но мне пришло письмо. Let's go. Тебе прислали настоящее письмо? Круто! Скорее открывай и рассказывай, что внутри. Оно же лежит у входа, да? Да, у входа. Ой, я могу... Видели, как я могу? Интересно, что там в конверте? Так, давайте осмотрим дом. Пойдемте искать у входа письмо. Я думаю, она мне намек такой не кидала. Это все на трубке сидит, блин. Ну, пока что атмосфера вообще не страшная, как будто я играю в какую-то игру прикольную. Любимый, я скучаю. Жаль, что между нами все так завершилось, но теперь я готова дать нам еще один шанс. Да, может, раньше я и сделала пару глупостей, но больше этого не повторится. Правда, правда. Давай встретимся и все обсудим. Ты потерял письмо, да? Я бы на тебя посмеялась, если бы не теряла телефон по 4 раза в день. Говорю тебе, посмотри, входная дверь, она должна быть где-то там. Ну все, я прочитала. Привет, Игорек, спасибо. Какая-то бумажка из налоговой. О-о-о. Он ей врет? Это какая-то дама ему прислала? Давайте право выберем. Как мило, я думала, вы не общаетесь. Хорошо, что я ошибалась. Тут все зависит от диалогов, короче. Как ног в своей спальне. Вы соврали, Джойс рада за вас. Тут, наверное, еще реально зависит от того, как я отвечаю, все сюжетка. Кто-нибудь видел вообще этот хоррор когда-нибудь, чат? Ну что, видишь? Я вижу, как моя девушка балуется с электричеством у себя дома. Ты приехала, почему не позвонила? Я бы мог забрать тебя из аэропорта. Давайте так. Как почему? Хотела сделать рождественский сюрприз своему парню. Хорошо, что самолет успел приземлиться до начала бури. Они живут типа в домах напротив. У Купленова видели? Я не видела ни разу. Как вам хоррор, кто смотрел? А теперь рождественский сюрприз. Сначала докажи, что у тебя праздничный настрой. Как доказать-то, ёпта? Чат, какой варик мы выбираем? Чат. Помогайте. Какой варик? Какой варик выбираем? Второй. Какой ты у меня быстрый. Нет, мистер Гринч, сначала покажи свой рождественский дух. У тебя в кладовке лежали бенгальские огни, да? Зажги их перед окном. Кладовка, ну похоже на кладовку в целом. Но ведь, да, кладовка. Бенгальские огни. Опа. Внешне, кстати, сразу нужно было кое-что подготовить. Надеюсь, она оденется. Вот оно, теперь я вижу рождественский настрой, а теперь вторая часть сюрприза.
Помнишь то французское вино, которое ты хотел купить, пока не увидел ценник? Сегодня мы его попробуем. А еще я достала фейерверки, так что бери свои бенгальские огни и иди ко мне, встретим Рождество вдвоем. А я к ней пойду, думала, у меня дома все будет. Кстати, я привезла тебе подарок. А ты мне что-нибудь приготовил? Хочешь узнать, тогда придется потерпеть, не называть тебя из подделки. Подарок, я не думал. Давайте второй вариант, по чесноку, больше не будем врать, уже и так спиздили. Да ладно, не притворяйся. Я же знаю, что ты готовишь к Рождеству еще до моей поездки. И реально ничего, мне кажется, мы не купили. Наверняка нужно нарезать подделку, так что бери свой тайный подарок и выходи ко мне. Смотри, как телефон замерз. Короче, она настаивает на подарке, который мы не подготовили, чуваки. Что делать в такой ситуации? Ну, пойдемте под елку, может, там реально подарок лежит. Она еще на трубке висит, падла. Ну вот, какие-то подарочки лежат. Я купила это обручальное кольцо еще месяц назад, но все никак не мог подарить. Идеальный момент, что она ответит. Супер, let's go. Все, иду. А ему похуй, он не обувается. А тут будут хоррор-скримеры вообще? Блять. Чё-то ничего не видно. Как будто вечность, да, идем. Как будто уже крипово. Хоп. Как будто уже крипово стало, да? У меня такой вайб еще открытый. Ты идиотка? Я не вижу там ничего смешного. Let's go, try, искать другой выход. Это что? Типа она? Че она издевается, блин? У меня как будто нет атмосферы хоррора просто. Хух. Ну что ты там, утонул в снегу? Иди скорее, я уже устала ждать. Я не могу двигаться, кстати. Давайте прямо скажем. Я стояла у входа и не видела, как ты вошел. Похоже, Санта, что ты забрался в дом не той соседки. Выходи, пока тебя не... Началось, походу. Там какая-то тень. Вот и началась крепота. Ой, пизду, у меня даже фонарика нет. Я хочу просто молчать, реально. Давайте что-то... Опа. Погнали сюда. Ну, наверное, сюда надо, если я нашла огонёчек. Надо до неё дойти. Ну, погнали. Уже не... Тут знаете, что больше давит на... Очень сильно давит то, что нет никаких звуков. Поняли? Давайте свет офнем. Сейчас выключу. Я могу включить вам с этой стороны, чтобы светло на меня шло. Так лучше? Хоп. Кажется, я уже где-то это видел. Странно. Прости, но я не успеваю закончить с делами до Рождества. Чёртова командировка. Отметь за нас двоих, хорошо? Окей. Я не припомню, чтобы у Джойс были эти фото, и мне казалось, что её родители выглядели иначе. Может, как-то что-то сзади написано?
Есть такие пасхалки, да, в играх? Окей. Блять, у меня погас огонек. А тут уже свет есть? Надо, наверное, искать огоньки, чтобы был свет. Дом криповый. Опа, еще что-то нашла. Это не почерк Джойс. Кто-то ждал меня здесь. Все случится сегодня. Это будет идеальный праздник. Он скоро придет, так что нужно подготовиться. Платье, рождественская ель, елочные игрушки, фейерверки, кольцо. Он не должен уйти. Он уже здесь. Под столами могу прятаться. Honey, are you there? Очень жестко. Очень жестко. Hey, honey. Фига у нее руки. I see you. Пизда мне. Ой-ой-ой. Нет, не чекнула. Гренни? Что за Гренни? Honey, are you there? Убери микро. Громко, да? Так лучше? Блин, что-то честно крипово. Чтоб Серёнька не ответила. Не ответила. Она там ходит. Обратно? Куда обратно? Вернуть? Ну ладно, просто очень... Если я буду кричать, то... Что-то она очень стрёмная. Чё, выходить можно? Чат, что делать? Чар, что делать? Куда идти? Куда идти-то? Вылезай, беги направо. Она меня заметила. Напряга дает игруха. Напряга дает конкретного прям мне. Реально, что-то мне Мне очень стрёмно почему-то, я не знаю. Как будто страшнее, чем предыдущие, которые мы играли. Есть такое ощущение? Тут типа... Как будто бы атмосфера такая вот ебаная именно. Что это вообще за дверь? Тишина, потому что, да. Хуя вот этот адреналин, я его все реально, когда вот. Марк, хватит меня пугать. Я знаю, что ты здесь. Я нашла елку, которую ты опрокинул. Зачем ты снял игрушки? Ты вообще знаешь, сколько времени я ее наряжала? Давайте налево. Что значит не ты? А кто тогда ходит по моему дому? Марк, серьезно, не пугай меня. Что происходит? Коридор что увеличился? Что ответить, чат? От ответа зависит дальше. Первое. Давайте. Марк, тебе нужна помощь? Я могу.
Подожди. Здесь кто-то есть. Щелкунчик. Бля, она сзади. Нет, 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 я не хочу. Она сзади, нет. А. Сори, часто я молчу, у меня некий шок. Wish you a Merry Christmas. На. Что мне тут надо сделать? О. Нашла фейерверк. Но она 100% уже слышит. Его размер подходит под углубление в той странной двери. Мне нужно найти 3 таких шара. Понятно. Выруби! Блин, я шкафчики оставила открытые. Sweetie, where are you? Извините, мне страшно. Слышь, что значит, что орать? Вы побудьте на моем месте, суки. Очень страшно, реально. А, тут еще, блин, жалко, что тут можно умирать, типа. Под стол? Окей. Но она глядела под этот стол, может, можно... Да, можно под этот спрятаться. Let's go, влазь пока. Сейчас надо, короче, взять шар сначала, правильно? Фейерверк. Где фейерверк? Хоп, и шар. Все. Но я не знала, что тут надо прятаться. Тут всю игру надо будет прятаться. Я думала, за дверью, типа, она не увидит меня. Блядская. Sweetie, where are you? Ну, не будет она сейчас под этот стол смотреть. Встретим это Рождество вместе. Она какая-то очень криповая. Надо найти 3 шарика. Короче, в целом игра не страшная, если... Она съебалась или нет? Если прятаться. То есть, типа как... Ой, отдайся. Она ушла налево, углубление... Вот сучара, а? Вот сучара, она уйдет вообще, нет? Надо было ей фейерверк... Так, маршрут перестроен. Так а что мне делать тогда, если она там стоит, эта падаль? Что мне сделать, типа, усраться мне, я не знаю. Ну тут 3 шара найти, может. Да, блядь, она туда-сюда ходит. Что мне с ней сделать? По стелсу?
Она опять пиздует сюда. Тебе пробежать надо. Я поняла, а в какую сторону? Такие вы умные. Тоже мне. Вот, типа, в эту... Там дверь закрыта, смотрите. Туда? Окей. А дальше что? Ну вы такие умные. Обратно? Охуеть, вы такие умные. Это ГГ. Надо еще два шарика найти налево через не. На диване шарик. Где, блядь? Все, сейчас она попиздует сюда. Где сзади вы? Так где ж? Вы больны? Я положила шар в дверь. На елке бумажной. Где? А, налево там надо пройти, я поняла. Окей. Так, хорошо, сейчас надо пробежать мимо нее будет. Как приси? Да она должна была в другую сторону идти. Ну ебало у нее. От нее убежать можно? Не знаю, мне страшно, у меня голова начинает болеть от страха. А че она вылезла? Окей, где я? Положить шарик. У меня теперь ни одного шарика нет. Мне все за все по новой опять проходить. Окей, давайте так, ребят, скажите, где шарики находятся? Вы же шарите. Вы говорили на какой-то бум. Да что я ору, мне страшно, вы угораете. Вы, сука, побудьте на моем месте, реально. Очень стрёмно. Я вам серьезно говорю, реально стрёмно играть. Я вообще ненавижу хорроры. Это вообще просто ненавижу. Я эту хуйлушу очень боюсь. Фейерверк нашла. Ой, я, короче, ребят, скорее всего, мы будем проходить этот хоррор 3 дня и 3 ночи. От нее убежать можно. Окей, буду иметь в виду. Один шар, где она? И в запертой двери. Sweetie, окей. Where are you? Окей, просто тут нельзя нажимать на shift, чтобы бегать. И нельзя присесть, ничего нельзя, короче. От нее бежать можно на этом складе, окей. Бежать под этот стол, короче, мне, я так поняла. Сейчас давайте еще она кружок даст. Тут она вроде меня не ела. Спасибо, мявка. Мне страшно стало, я поэтому не стала убегать. Тут нельзя ни бегать, ни приседать, ничего нельзя. Вот тут главное, эта падла меня не видит за своими волосами. Но у него вообще со слухом проблемы, походу.
make me hurt you. Падла ебаная. Тут небезопасно как-то. Отпугивай фейерверками, мне кажется, наоборот. Когда слышишь тебе, не беги, мне некуда бежать, блядь. Чат, я очень боюсь, мне страшно. Мне нужна чья-то поддержка, Аня мне не отвечает. Где ебаный шар? Где найти шар, блядь? Может, налево пройти туда? На складе что-то нет ничего, как будто. Здесь реально нихуя нет, чуваки. Какую луну? Она пока разберется, как дискорд открыть, нахуй. Я уже выиграю игру. Сейчас она съебется туда. Да она в ту сторону идет. Как мне найти шар? Бля, она там. Ну и в западне. Я в западне. Аня не отвечает, Луну звать не буду. Ну мы не общаемся, нахуя я буду звать Луну, ребят? Ну мы тоже, ну. Я не знаю, что делать. Подскажите, чат, помогите, пожалуйста. Дайте инфу, где шары, иначе я буду вечность проходить. Я реально буду вечность проходить, мне кажется. Может, тут? Тут открыть нельзя. Ну, я прошла хоть дальше. Макс Дубая. Да чат, если у меня был вариант кого-то позвать, я бы позвала. Я же говорю, нет вариантов. Чего вы мне предлагаете людей? Я же говорю. Окей. Короче, иди за ней, когда она уходит. Окей, сейчас. Она уйдет туда. Пока что спрячемся. Сейчас она пройдет туда, и мы выбежим за ней, побежим. Только я не уверена, что ну что. Успела. Можно спрятаться где-то? И она сюда не ходит, типа, да? Странно, что она не слышит, как я шкафы открываю тоже, конечно. Надеюсь, что она сюда не придет. Опа, шарик. А?
Что-то она какая-то бойкая. Тут как будто меня жестко видно. Вот как будто самое жесткое. Видимо, здесь шар на кровати. Я еще не знаю. Ой, ну тут прям я ее вижу с ног до головы. Знаете, сейчас еще как в детстве можно было, но если ты не видишь. Сиси неплохие, кстати. Красивая фигура у нее. Фух. А куда? А. Ничего себе. Фух. Такие звуки еще. Куда тут некуда прятаться. А, есть. Ну я услышу, если надо будет прятаться. Она такая, ха? Третий шарик должен быть тут. Ищем, ищем. Так. Ну, точно должен быть тут как будто шарик. Нет? Не тут? Реально? А зачем тогда эта комната? Ку, здорово. Наверху был? Где? Чат. Эй, шарик. Кусачки. А я отсюда не вылезу, типа, бля. То есть мне нужна была эта комната, чтобы просто прорезать ее кусачками, верно? В комнате под замком. А, в самом начале. Вот, я же говорю, каждый раз, когда я что-то делаю, она такая, ха? Все, я поняла, что делать, я догнала чат. Играем. Она, наверное, в шоке, что эта дверь открылась. Почему она вообще под столами не чекает? Stop running away. Stop running away. Ну, короче, это больше такой... Why are you hiding? Это больше такой стелс, типа хоррор. We are made for each other. Ну, голос у неё просто вау, отпад, реально. We must be together. Ну, короче, со временем просто изучаешь ее ход движений и становится не так крипово. Так, в комнату, которая с кусачками. Вот в эту комнату. Последний шарик остался, получается. Тут есть и спрятаться, интересно. А тут негде спрятаться, чат. А, блин. Я даже не знаю, что я буду делать, когда она придет. Если мне придется опять все заново проходить, это будет реально тильт. Давайте закроем все это обратно. Слышали? В ведре? В каком, блядь, ведре, чат? Ты нигде не спрячешься. Вообще негде прятаться. Закрыты. Надо чем-то выломать их, значит. Не просто так же эта комната нужна, правильно? Хм. Хоп, все, я справилась. Файн. Дверь должна открываться.
темно. Пойдемте прямо. Красивая игра, реально. Что микро? Эти игрушки украшали ель в доме Джойс. Та безумная девушка что-то говорила о том, чтобы украсить дерево. Если я сделаю это, то, может быть, она отвлечется, и я смогу пройти дальше? Нужно украсить елку. Возвращаемся обратно. Да, правильно? Украшать елку. Опять стал коридор длинным. Меня сама по себе... Очень красивая игра, реально. Опа, жестко, очень прикольно, реально. Я уже забыла даже, что здесь так было. Это, по-моему, было до того, как она начала меня искать, да, или нет? Круто. Ну, вроде как будто сейчас, когда играет музыка... Когда играет музыка, опасности ничего не угрожает. Сука. Шлёндра. У меня есть кусачки. О. Марк, мне кажется, у меня тоже галлюцинации. Я видела кого-то в окне. Она должна быть... Мне просто кажется. Мне кажется. Что, какой выбирать? Какой выбирать, чат? Помогайте, какой выбирать? Первый или второй? Джойс должна уходить срочно, спрячься где-нибудь и звони в полицию. Я как будто не знаю вообще, однохуйственно, полиция не поможет. Второй, окей. Мне нужно понять, что творится. Пожалуйста, расскажи мне все как есть, что у тебя происходит. Все как во сне, дом меняется, здесь бродит какая-то безумная девушка. Кажется, только что нашел твои лучшие украшения, наверное, она принесла их сюда. Может, чтобы она успокоилась, второе выберем реально, чтобы она типа не переживала. Конечно, ты случайно нашел мои вещи в чужом доме? Марк, за кого ты меня принимаешь? Марк, do you think I'm an idiot? Я хотела как лучше. Fine. You said I need to hide. Блин, ты сказал спрятаться, я спрячусь, а потом? Я кого-то слышу. Блин, я все напортачила. Я все напортачила, чат. Чего вы мне не сказали, что я на порту? Ну все, у меня теперь нет девушки на 14 февраля. Ну, в плане, в игре я мужчина. Ну, вы поняли. Ну, блин, чат, это все за вас, реально. Вы меня вообще не любите. Вы мне посоветовали какую-то хуйню. Че за музыка ебанатская? Блять, она меня уже заебала. Погнали туда тогда. Все за нас хотя бы говорили, выбирай один, но не все же. Тут все закрыто, надо идти туда, все, вариантов нет. Тут просто даже бегать нельзя, это раздражает дико прям. Надо за ней. Бля, вот она, сука. Ну, она криповая, конечно. Милый, она прекрасна. Никуда не уходи, я скоро вернусь. Да, ну типа она меня не видит, да? Она залезла в какую-то тему.
Мы же не пойдем за ней? Не, нам туда не надо. Даже в такой экстренной ситуации мне нельзя было бежать. Это тупость. Согласна, что вы побежали? Я побежала. Главное, что ее нет. Можно уходить? Хуй там. Ну почему он не может выбить? Просто выбить все. Все выбить, все и кайфовать. Я бы просто выбила двери. И я бы реально, я бы просто в кровь выбила бы двери, и все. Мне главное было бы выжить. Вы тоже, скорее всего, бы так поступили. Уж эти хоррор-игры. А у меня есть на такую штучку применение. А мне такое, блин, не страшно. Ну, блин, тоже бродить как будто по всей этой теме вообще странная хуйня. О, фейерверки даже две. Хорошо прям. Ты бы не смогла? Ну, не знаю. Я думаю, что... Мне никогда не было в жестко стрессовых ситуациях. Марк, она здесь. Нет, не трогай меня, тварь. Чё пикать будем? Сейчас вы решаете. А, уже ничего и не ответите. Она ушла. Значит, она идет ко мне. Марк, это не галлюцинации. Она не человек. Я в порядке, спряталась, как ты и сказал. Успела подготовиться до того, как она меня нашла. Я запустила в ней фейерверк. Кажется, ее это спугнуло. Похоже, ей не нравится яркий свет. Попробую найти что-нибудь похожее. Надеюсь, что тебе это поможет. Все, она мне верит. Что пикать? Выбор за вами. Вижу цифры 2 очень много. Пикаю 2. Хорошо, мы справимся. Мы должны справиться. Марк, она может вернуться в любой момент. Что мне делать? Что ей делать, чат? Второе или первое? Теперь больше первых я вижу. И вторых, что мне пикать? Давайте эники-беники или вареники. Второй пикать просит. Ладно, богу пику первый. Окей. I'll find some place to hide. I'll try to call the police, but I don't think they'll arrive here fast enough in this weather. One more thing. Еще кое-что. Please. Держись. Be safe. I love you too. Окей, она пришла ко мне. Значит, мне нужно найти местечко, в котором я смогу спрятаться. Так. Я таких местечек поблизости не наблюдаю. Не хочется тратить фейерверки. У меня осталось их совсем немного. Тут все время была дверь, и я ходила по этому складу. Закрываем дверку. Но она как будто же может телепортироваться. Я молчу, когда у меня стресс. Простите. Поху нам. Как пролезть? Оп. Мистика вот эта ваша, фантастика. Ты кричишь, у меня сердце в пятки уходит. Да я себя-то тоже в наушниках слышу, у меня тоже. Чё сзади? Не надо меня пугать. Я не могу даже... Сука ёбаная.
Очень крипово, реально, очень крипово. Вот она так делает неожиданно, как будто... Я думала, тут не будет скримеров, типа стелс-хоррор. То есть она уже все выкупает. Короче, какая-то загадка тут есть. В эти штуки мне нельзя. Скорее из этих штук она будет вылезать. Вот она сейчас понял. Что делать? Мне нужно поставить фейерверки. Спасибо большое. Что делать? Фейерверк? Что мне делать, чат? Я не понимаю. По проводам идти? Как будто идеи, которые вы предлагаете, реально иногда бывают хуйней. Оп. Кайф. Фейерверк. Ой. Не-не-не. Вылазь. Давай записку прочитаем. Да, блядь! Как прочитать записку? О. Моя бывшая девушка тоже не любила солнечную погоду, но это было меньше из ее проблем. Записка от врача. С сожалением сообщаю, что состояние вашего зрения ухудшается. Обследование показало, что вы страдаете от гиперчувствительности к излучению. Рекомендую вам избежать дневного света, а также ярких источников освещения. Ну вот, сейчас я буду ей... Устраивать ей некий такой новый годик. О. Я случайно! Короче, нужно включать эти темы все. Пара-па-па-па. Идем по красным проводам. А чё так светло под столом? Фух, чё вроде? Как будто отсюда идет, да? Или мне кажется? Да-да-да-да-да. Сейчас пройдем. Я не знаю, меня уберегло сейчас, меня сейчас сам Господь Бог уберег меня от нее, реально. Хоп. Труп задергался. Вот что я люблю. Вот что я люблю. Но она ко мне идет. Не, она не посмотрит. А где я не могу двигаться? А как? А ей похуй на свет? Наконец. Мне нужно подготовиться. Да не, я не думала, что она чекнет. What?
Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Пять, шесть, семь, восемь. Но мы не мими. А меня тут и не было. Как она меня реально заебет. Нам остался последний провод, да? VIP. Окей, остался последний провод. У нас был красный и какой еще? Какой фейерверк возле елки? Какой елки? Остался синий, да? Сейчас она туда уйдет, направо. Или она не будет уходить? Будет, будет сейчас она. Как будто я хорошо прохожу, согласны? Ну, типа... я чуть боялась вначале, но сейчас как будто бодрячком. Какая-то дверь. Синий. Идем на синий. Или синий я уже делала. Не помню. По-моему. Блин, чат, вы меня наебли. Надо прятаться и идти к синему. Хули еще делать? Остался green one. Мне надо чуть передых, реально. Я в шоке. Очень, очень тяжело мне в такие игры играть. Реально. Я прям боюсь такой. Красный, синий. Где зеленый искать-то? Надо найти, где зеленый, во-первых, откуда он начинается и где он заканчивается, блин. Зеленого нет. Может, тут? Нет, тут была уже. Значит... Она может сюда зайти же в теории, да? Значит, в ту сторону, да, нужно идти где-то. Сейчас она уйдет тогда. Куда выходить? Какой выход открыт? А, чат, я тупая, получается, правильно? Все, поняла, поняла. Сейчас она пройдет весь этот путь по новой. Вернется сюда. Ну, я думала, еще зеленый нужен, нужен цвет. Я думала, еще зеленый. На нахуй. Губки накрасим.
Губы высохли просто, чат, сори. Сейчас она вернется? Не тупая. До сих пор по тебе плачет бывший парень. Отдыхай. Наблюдай. Ждем. Я когда, знаете, в играх вот так вот делается, иногда у меня есть такая тема. Я когда в CS иногда играю, меня стреляет, я вот так. Все, короче, ладно, отсюда выходим. Как там? Вы писали, что кто-то не прошел эту часть. Кто не... Блядь, я думала, здесь есть проход по боку. Я думала, в эту дверь надо. Бля, не помню, куда идти. Ну, похуй, пошли сюда. Не помню, куда идти. Куплинов. Типа не с первого раза просто, но я же тоже не с первого раза прошла. Угарно. Этот ключ поможет мне открыть украшенную гирляндами дверь. Понятно. Я помню, какая. Все было ради этого ключика. Да она сейчас не даст мне. Она сейчас отсюда вылезет. Нет. Странно. Опять? Целый ящик фейерверков. Если она действительно боится яркого света, они мне точно пригодятся. С помощью них я могу устроить ей ловушку. Нужно только найти что-то, что может ее отвлечь. Куда она спрятала мое кольцо? Погнали. Опа. Марк, ты там? Ты в порядке? Чё нажимать? Амина, готовься орать. Ну, блин. Сейчас самое страшное будет. Can I ask you where are you from? I'm from Russia. Блин, чат, я не знаю, что... Лучше тише, да, пусть она будет. I'm sorry. Прости, я постараюсь. Я спряталась в старом шкафу на чердаке. Слышала, как она ходит рядом со мной. Бормочет твое имя. Your name. А что насчет тебя? Есть какие-нибудь новости? Желательно хорошие. Ну, как будто лучше первый сказать. Первый, да, как будто лучше. Да, ну типа. Это хорошо, у нас есть шансы. Мы справимся. Все началось. Я вызвала полицию, не знаю, в ком ты сейчас доме, так что я назвала им свой адрес. Найди окно, в котором тебя будет видно. Попробуй подняться на второй этаж. Let's go. Let's try. Так. Ну, думаю, что тут точно сейчас ничего пока что не будет. Если пишешь, пишите мне, готовься. То, скорее всего, тут сейчас ничего не будет реально. Надо просто... Сейчас потом будет пиздец полный. Ничего, мы адаптируемся под этот пиздец. Ну, смотри, что-то горит. Но не могу сюда никак нажать. Лом! Ну, возьми его. Да, блядь! Где она? А что это... Мне кажется, сейчас будет западня какая-то вообще жесткая. Сейчас сюда залезу, она просто меня уничтожит тут в этой маленькой. Нихуя лифт такой маленький дома, прикиньте. Лоадинг. Все, у меня сейчас сохранение, можно не бояться. Полиция приехала. Слышите?
Сейчас все обыщу и погоним. У меня бы фейерверков еще. Хоп. Замок. Окно. Police are here. Hey, I see the light in a nearby house. Is that you? Are you on the second floor? I don't think they've noticed. Кажется, они тебя не видят. Найди окно поближе в другой комнате. В какой комнате, блядь? Сейчас меня ждет западня стопроцентная. Вот и полиция приехала. Вот полиция приехала, эй. Боже, ты это видел? Я, видимо, все пропустила, да? Вот, что в окне выглядело. Они все мертвы. Мы никогда не выберемся. Она придет за нами. Помогайте. Как будто лучше, что если будет хорошо, мы справимся. Говори правду всегда на хорошую концовку. Да похуй. No, you're right. We can't give up. Я слышала, как она бормочет. Я не знаю, поможет ли это, но она говорила что-то о подарке, который наконец получила, и еще кое-что. Я беременна? Видела, как она шагнула одного из полицейских в окно твоего здания. Жестко. Попробуй найти его, может, у него остался при себе пистолет. Вот так нужно идти. Но она лютая дива, конечно. И как будто вообще похуй. На все, на всех. Закрыто везде, блин. И так сконцентрировалась быстро, вам понравилось? Она уехала, она не будет нам мешать. Марк купил кольцо, она для меня. Он хочет вернуться. Марк больше не говорит с родителями. Хорошо, с кем он общается? Эти друзья плохо на него влияют. Нужно от них избавиться. Марк встречается с Владимиром, пришло время, он идет к этой стерве Джойс. Она следила за мной все это время, мне нигде не спрятаться, она меня не отпустит. Да блин. Да, Джойсик ты мой. Марк, как ты? Давайте телескоп. Телескоп? Что это значит? Я так и думала. Все это время ей была нужна не я, а ты. Ты как-то с ней связан. Марк, признайся, ты знаешь эту девушку? Лучше всегда говори правду, он типа с этой бывшей рыжей мутил. Да бля, говорю, реально правду говорить, я не знала, что он мутил. Сейчас у меня ножки затекли, чат. Let's go! Правду! Вы встречались? Почему ты не сказал мне об этом раньше? Only true, but I don't know what is true. Где здесь правда? Дом, как будто. Похуй. Расскажи мне про нее. Я понял, что она была психически нездорова, она пришла зарастаться. Она была безумна. Когда начала играть с моими родителями и друзьям, я ушел. Давайте первое. Ты сказал нездорова? Звучит как-то размыто. Так поэтому ты переехал сюда из своего города. А раньше она умела делать то, что делает сейчас?
Никогда такого не замечал, может, старался не замечать. В прошлом году ее здоровье начало ухудшаться, вы начали проявлять какие-то странности. Блять, однохуйственно, и то одинаково, как будто. Так это чудовище хочет тебя вернуть. Марк, спасибо, что рассказал. Да на здоровье, ёпта. Чё вы говорили, сейчас начнется, да заебись всё. Чья бы корова мычала, ёпта. Я ничего не нашла. И чё? Я ничего не нашла. Я должна была что-то найти, наверное. Может. Ну, вот здесь и точно не может быть просто пустая комната. А, ну да. Простите, пожалуйста, но я реально не могу это контролировать. Ну реально не... Ёбаный рот. Это ужас какой-то. У меня голова болит очень. Эти ваши хорроры, который день уже реально. Вот еще фейерверк был, по-моему. Нет. Как будто крипово, когда много пространства, типа. Нельзя открыть ничего. Ты изменил мне. Чем она лучше, чем меня? Да ёпта, угомонись, малая. Она уже в свадебном платье, слышите? У неё уже всё, она уже... Самка в бешенстве, ёпта. Мне тут что-то найти, наверное, надо. Или дальше надо пойти. А снег идет. А снег идет. Хоп. Подспиздили. А что за тишина ебаная? А что так тихо? Что так тихо-то? Бури-бу. На-ни-на-ни-на. На-у-ми-на. Как правило, на один ящик один фейерверк, как я поняла. Эти проходы все. Длинные. Опа. Даже в самом конце я не решался говорить открыто и просто написал письмо. Должен ли я был поговорить с ней раньше? Я больше не вернусь. Ты можешь больше не преследовать моих родных. Прошу, не трогай их, они не знают, где я. Я не сказал им, куда перееду. Я знаю, что во всем виновата твоя болезнь, но я больше не могу с ней мириться. Ты отказывалась лечиться слишком долго. Твои мании и психозы выходят из-под контроля. Я люблю тебя, но слишком устал бояться за своих родных. Прости. Она меня любит и подчеркнула. Нихуя она реально сумасшедшая. Ла-ли-ла-ли-ла. Ты ёбнутая? Чё-то её жёстко трясёт, реально. Чё мне делать-то? Мадам? Ну и шо? Пистолет возьми. Где, блядь? Где мне взять его? Где его найти-то? Пистолет-то?
туалете. Да ясно, что у полицейского-то, блин, вы угораете, это понятно. Но надо найти его же. Все. Я думала, что это кольцо было для меня. Но ты меня больше не любишь. Я не отдам его тебе. Оно мое. Я себя чувствую прямо звучером. Всем привет, с вами Амина Тендерлибаси на моем канале Без Палева. Чтобы этого самого полицейского пистолета забрать, реально нужно столько всего сделать, вообще ебанись. Ла-ли-ла-ли-ла. Моё мина. Еще письма какие-то, но нет. На! Получай! Что делать? А, бежать надо было. Но я не поняла сразу. Она же боится света. Как так? Она же света боится. И... Что, заново? А, ну просто вот сюда, наверное. Так, давайте, помогите понять, пожалуйста, чат, что сейчас нужно сделать. Вот сейчас она меня запиздошит. Ну, она сейчас отвлечется, и мне надо чем... Ну, что-то мне надо сделать. Мне никуда не спрятаться, типа... Бежать, да? Типа. Тут закрыто, я не могу туда бежать. Так, куда здесь? Видите, некуда бежать. Надо, видимо. Надо, короче, по стелсу пройти. Да-да-да, я поняла. Все, поняла. Сори. Я только что поняла. Да все, не ругайтесь на меня. Я поняла, простите меня, пожалуйста. Я больше так не буду делать. А как тут? Ну ты злая. А вот пестик. Заряженный пистолет. То, что нужно. Сразу стрелять по ней бесполезно. Она слишком быстро. У полицейских не получилось по ней попасть. Значит, сначала нужно ее как-то отвлечь. Отвлечь фейерверками. Мы с вами это уже выяснили. Давайте попиздим за этой. Ну как у тебя дела? Я нашел погибшего полицейского, у него было при себе оружие. Я нашел пистолет, так что теперь гораздо лучше. Одно и то же. Отлично, у нас появился шанс. Если решишь стрелять, будь готов, что она услышит и придет. Если решишь. И еще, Марк. У тебя есть минутка? Ты не мог бы рассказать мне о том, что было в твоем подарке? Я знаю, что это глупо. Просто я должна узнать, правда ли в нем то, что я думаю. На случай, если мы не выживем. Ты ж такая паникерша. Блять, вот тоже... Что выбирать-то, блин? Правду, да? Давайте правду. О, Марк, я... Спасибо. Когда мы встретимся после всего этого, я дам тебе ответ, так что только попробуй не выжить. Такая она падла, реально. Нарина, моё мина. Ты еб... Он ебанат, реально. Я не могу... Нет! Ну тут уже ничего, по-моему, это ошибка, не надо было стрелять, да?
Ну, не надо же было в нее стрелять, там было сказано. Типа, сначала в нее не стрелять, надо стрелять в баночку. Я стреляла в баночку. Я стреляла в баночку. Ну, по-моему, я реально, ну, очень хорошо все сделала. Согласна? Ребятки, я знаю. Не знаю, что мой лев. Я сыграла. На-ни-на-ни-на. Моё-мина. Давайте не будем ничего обыскивать уже. У нас тут много фейерверков в целом достаточно, как будто, чтобы... Нужно их расставить. Вот в эту комнату мне нужно, наверное, подарочную. У меня теперь никакие замки не по силам. Ну, в смысле, мне похуй на все замки. Комната безопасности. Она одержима этим кольцом. Если я положу его под елку, это точно привлечет ее внимание. Я не могу больше избегать ее, нужно покончить с этим. Она была одержима преследованием, а я бегством. Теперь все кончено для нас обоих. Но Джойс запомнила мои слова про кольцо, и что я подарю этой... Ну, как мы поняли, у нас вот именно женщина наша, она мозгоёбка жесткая, она типа не поймет, что, чтобы выжить, нужно было дать ее кольцо. Типа, для нее это будет все, ты меня предал, мы расстаемся. Марк, я слышала выстрелы. Ты в порядке? Давайте честно, я в порядке, кажется, я придумал способ ее остановить. Способ ее остановить? Рассказывай. Твой подарок у меня, используй его как приманку. Ты нашел мой подарок? Отлично. Знаешь, как она крала рождественские игрушки не просто так. Похоже, что она помешалась на том, чтобы встретить Рождество с тобой. Может, если ты положишь подарок у рождественской елки, ее это отвлечет? Супер, она не будет возникать. Только не забудь сначала расставить везде фейерверки. И Марк, береги себя. Be careful. Ты же моя бубочкой. Ну, хоть один фейерверк будет тут, иначе смысл этих ящиков нету. Ну ладно, пойдем. The end. Чё-то не догоняю я. Дверь открылась-то. Это открывается? И это открывается. В какую сторону идти, решать мне, я так понимаю. Ну, судя по всему, сюда. Фейерверки как расставить мне? Как мне их расставить? Подарок положи. Сейчас у меня монитор выключится. Сори, чат, я немножко туплю. А, блядь, вот я такая тупица, реально, сори. Простите. Простите, бабочки, реально, сори. Уже полтора часа играю. Стрёмно, реально. Долгий хоррор, я думала, он будет быстрый. You chose me. Мне надо получать... Стойте, я не понимаю план. Можете помочь? За что из Дере? А, Дере, у кого Дере? Помогите, пожалуйста, чат, царите. Нужно, получается, нажать на кнопку и убежать, да, когда он плечется. Я они автоматически поставились, видите? Фейерверки. Вот они, видимо. Thank you. Куда бежать-то мне? К выходу? Сюда, наверное. Ладно, понятно. Давайте возьму, тут фейерверки лежали. Let's go.
Ну, сори, я что-то не поняла вообще. Я думала, ну, типа, все, надо бежать. Подарок. Все. Бегай и стреляй по ней. Окей. He chose me. He chose me. Наивная падла. Сразу перезарядку организовала. Я просто в рандомном направлении был. О, блядь. Перезарядка. Так понимаю, она бесшумно типа крадется. Вот, сейчас она появится где-то. Нет? Ей похуй, слышите, ей похуй. Ей поебать вообще, чуваки. Ну, типа, ей вообще похуй. Реально. Чё делать? Каким банком? Вот этим, типа? Понятно. Спасибо. Сори, что без звука, я вообще, типа, хз. Я что-то вообще на фул фокусе, реально. Я хочу уже закончить играть, у меня уже голова начинает болеть. Фух. Пизда всем банкам в вашем городе, ребят. Я надеюсь, что она на ней, да, по всему пути, типа. И по ней тоже? А. По ней тоже надо было. Я, видимо, сейчас кучу банок проебала, правильно? А чё всё взорвалось? По ней теперь, окей. Ну где ты, падла? А банки вроде зарегенились, смотрите. Банка зарегенилась. А нет, тут видите, их нет вообще. Беги на выход, окей. Я не помню, где выход, чуваки, не помню. Реально не помню. Тут. Закрыто, не могу, чуваки. Не варик. На выход идти. Блять, она меня уже заебла, реально. Опять, видимо, по банкам надо стрелять. Сейчас она за мной будет бегать, нужно... Я же могу еще все банки проебать и проиграть, получается, правильно? Где она? Вот отсюда идет, как будто по звукам, да. Тут банка для тебя есть, малыш. Все понятно, одна баночка и два выстрела. Но сколько можно бегать от нее? Просто тут еще банки, типа. У меня осталось кольцо. Ничего, я не могу ничего сделать с кольцом. Не могу его забрать. Не могу, видите? Не могу. Надо банку какую-то. Вот, бля, перезаряжаю сейчас. Оп. Сейчас она больно злая. А у меня патрон нет. Ну все, она умерла, видимо. Все. Реально тяжкий груз. Я купила это прощальное кольцо месяц назад, забирать. Все. Сучара. Все, иду. Дверь открылась, Марк! Ты справился, боже мой, Марк!
знаешь. Я так тебя люблю. Иди в сторону моего дома, вот раз ты не потеряешься, гарантирую. Все было бы так... А, открылось? Да, открылось. Сейчас как будто опять какая-то хуета будет. А, это она типа фейерверки захуячивает. Это не все? Да как будто все. Ну вот малыха уже счастливая. Ну, у них же дома были напротив, как я оказалась так далеко вообще. Оле! С Новым годом, ребят! С Новым святого Валентина! Не, блин, Марк, насчет кольца? Я согласна. Как будто очень мило, да, этот хоррор пройти именно 14 февраля, потому что это вообще по сути, это по сути как бы хоррор про любовь. Это по сути хоррор про любовь. Как будто бы реально очень в тему хоррор нашелся. Вам понравилось, чат? Понравилось вам чат? Мне вообще что-то зашло прям хорошо. Мне прям очень понравилось, реально. Очень прикольный хоррор оказался.